пятницу, 29 марта, в Кызыле все выходят на субботник. Днями проведения общегородских субботников определены 29 марта и 5, 12, 19, 26 апреля. Список предприятий и учреждений, а также закрепленных за ними территорий, можно посмотреть на официальном сайте органов местного самоуправления. С этой недели постановлением мэрии Кызыла объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Всем предприятиям и учреждениям, независимо от формы собственности, а также физическим лицам, имеющим в собственности индивидуальные жилые дома, киоски, торговые павильоны и иную собственность, необходимо провести уборку закрепленных территорий.